И о спорте. В Избербаше прошли 11-е всероссийские соревнования по кикбоксингу, чемпионат и первенство Северного Кавказа, посвященные памяти Гаирбека Гаирбекова. О победителях в сюжете Дана Шугом. Одним из триумфаторов турнира весовой категории до 63,5 килограммов стал многоопытный Тимерлан Бекмурзаев из Буйнакска. Он неоднократно побеждал на чемпионатах страны, выигрывал молодежное первенство мира в Ирландии в 2017 году и дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира. Мастер спорта международного класса оказался сильнее своих соперников и в этот раз. В финале со мной был москвич. Я срезал углы, он был более скоростной, подвижный. Я срезал углы, не давал ему более раскрываться, просто закрывал его атаки, перебивал. На 5-х соревнованиях подряд праздновал победу и Анварбек Даниялбеков из Буйнакского района. Обладатель Кубка мира 2018 года в Анапе переиграл своего соперника по финалу весовой категории до 80 килограммов. Соперник был с Хасавюрта, с ним было... Да, сложно. Молодой, горячий, шел вперед. Так, я думаю, взял его на опыте. Больше держал на дистанции и джебом. Всего же борьбу за 38 комплектов наград вели 430 спортсменов из 23 регионов страны. Первое общекомандное место заняла команда Дагестана. Общекоманда, я, конечно, рассчитываю, надеюсь, что будет Республика Дагестан. А так, здесь... Практически слабых бойцов нет. Кто к нам приехал, это все лучшие со всех регионов, которые отобрались. Первые номера, вторые номера, третьи номера в сборной России, которые находятся, они все эти ребята здесь. Очень высокое мастерство показывают ребята. Второе и третье место заняли команды Чеченской Республики и Москвы. Дан Шугом, Бенджамин Меджидов. Время новостей из Избербаш.